редактор, дальше я такой знаменитый, я такой, ну то есть металлург, как садовод я скандально знаменитый. А еще обладатель лучшего в Сибири сада сортами. Дальше, чтобы они открыли, увидели эту фантастику. Вот. Дальше, значит, на московской конференции меня вежливо попросили с трибуны. Я потребовал ввести цензуру на практикуемое многими с негибельной... Вот то, что я здесь. Здесь этот рот заткнуть никто не может. Единственное, если его компьютеры подключали. Это то же самое, что да, заткнули мне рот. Не дав ничего рассказать и запретив поднимать фотографии. Ну и дальше, значит, это... Жалуюсь, что дальше Красноярско-Кемерово телеканалы не едут. Вот. Что московский телеканал «Культура» серенький фильм снял про меня. Вот. Который совсем сенсацией не выглядел. Ну ты возьми, Вероника, открой все окна, двери. Знаете, как тараканов это? Ну то тараканов, я понимаю. Якобы в старину накопятся эти нечисти. Возьмут печку, не разожгут. Окна, двери откроют все и уходят соседям ночевать. Утром приходят, все тараканы мерзлые. А здесь-то кого вы это вымораживаете-то? Неделю сидел, каждый день там по 20, по 30, по 40. Вот. Фильмы все по 30 с лишним. Нате, пользуйтесь. И вот это, чтобы знали, что я не просто это, не простой человек, а все-таки уважаемый, скажем так. Вот. Как меня назвали тут недавно, я был свидетелем на этом, в суде мне сказали его. Меня назвали именитый горожанин Саногорска, да. Так вот этот именитый горожанин выслал везде и всюду, даже пришлось схвастаться, что я там автор и орденоносец. Спасибо не сказали, или нам не надо. 300 телеканалов. Вот. Вы мне скажите, как эта дама миллионная это? Вот сейчас этот посмотрит, сразу человек 150, допустим, и в течение года еще до 500, до 700 человек увидит. Как она миллион это? Кто откроет мне этот секрет? Я уже с самыми крутыми разговаривал, которые называют себя крутыми этими компьютерщиками. Ну, советы дают там, найти ключевое слово. Вон и сколько ключевых слов. А просмотры от 1000 до 2 большинство. Также Бродский также жалуется. А те, которые убивают, миллион. Вот тут хоть помогите, друзья.